по этой дороге, ребят. Для нас это новая дорога. Немножко сейчас попробую природу поснимать. Ну и чтобы и себе на память оставить, и вам показать что-то новенькое. Мы здесь впервые. Так здесь красиво. Я вам снимаю, вот там горы, еще в снегу лежат. Представляете, цепь гор. Не знаю, видно здесь на камеру или нет. Приблизь. Попробуй, попробуй сейчас приблизить. Ну выйдем. Это потом. Так красиво. Да, мы давайте потом выйдем, я потом приближу. Но мы в восторге, конечно. Какой-то рынок. Так, куда-то нас ребята привезли. Рыбка продается. Не, наверное, дальше поедем куда-то. Копченая рыба. Угу. На месте коптят. Тут же продают. Тут же продают. Еще и тут же ловят в Байкале. Ну да, это ж омуль. Признавайтесь, куда вы нас привезли? Мы не видели этого знака Слюдянка. Слюдянка в другой стороне. Листвянка. Ой, Листвянка. А, это Листвянка. Мы не видели Листвянка. Вы ни разу же не... Нет, а где был знак-то, указатель? А, знак был, где конец Никола. А, конец Никола, и сразу перерос это. А мы думали Никольцы, мы не в Никольцах. Никола переросла в Слюдянку, получается. Листвянку. В Листвянку. В Листвянке. Боря, не Слюдянка, а Листвянка. Мы с тобой все Слюдянка, да Слюдянка. Короче, в этих названиях запутались. Все, оделись, потому что у Байкала. Мы прям к Байкалу спустимся, да? Да. Ой, классно. У Бори появился личный транспорт Боря. А мы все своими ножками тёпаем. А два блогера мамы снимают. Ой, сколько там по ступенькам? Это вы нас специально, да, сюда привезли, чтобы к Байкалу можно было? Здесь это уже конечная... Ну, мы заметили, да, что тупик, да, дальше идет. Тупик. Там столько здесь портов, можно, да, столько да, можно... мы потом еще во много куда будем доезжать. По обратному пути. Да, сейчас мы просто начнем с конца. Классно, классно. Ох, здесь сильный ветер, конечно, мы шапки забыли взять. Думали о шапках, думали. И прям забыли взять шапки. Ох, тут красиво как. Вообще класс. Пытаюсь вот вам прямой эфир сделать, но я так чувствую, что в YouTube не получится сделать. Сейчас в Instagram хотя бы сделаю прямой эфир. Боря, закрыл Боря. Не, не надо. А вот там горы. Спрятай. Кто как спасается от ветра?
мальчишки, да, решили горы покорить. Давай. Страховки нет, да мама волнуется. Мама волнуется, страховки нет. Лето! Лето к нам пришло, стало тихо и светло. Как там дальше? Стишок, который ты рассказывала на конкурсе. Я не помню! По дорожке прям босиком ходит. Аня, боль не ходит. Мы тут с Аленой смеемся, знали бы блогеры, какой ценой видео даются. Нужно вовремя отбежать в сторону, чтобы всех снять. Вовремя подбежать, стараться снимать не против ветра. Мы шапку нам подарили. Класс. Класс. Молодец. Смотри, какая красота. Конец маршрута! По берегу мы дальше пройдем только по верху. Бежит ко мне моя ласточка. Что такое? Привет! Привет, давно не виделись. Так мы давно с тобой не виделись, прям вообще. Да. Где ты была? Как жила? Что было у тебя? Новенького, что случилось? Привет! Спасибо тебе. Ты где их умудрился-то нарвать? Здесь везде камень. Нет. Мне это же надо, умудрился нарвать цветов. Подарок маме. Мне кричат: Таня, давай быстрее, а то что-то там интересное пропустишь. Лечу. Что же я там пропущу-то? Лечу. Эй. Наши тоже уже полезли. Привет. Вы там аккуратней. Теперь я начинаю волноваться. То Алена волновалась за своих, теперь я за своих начинаю. Ну, в принципе, парням нужно давать, делать такие вещи. Это нормально. На тебе, да? Золото Байкала. Ты где такой взял? Так они на это. Все дома на память его. Ну видели такие. Золото Байкала. Все. А посмотри, что мне. Ага. Саша нарвал. Я говорю, умудрился же в камнях, да? А дашь? Аккуратно. Я их люблю есть. Приятного аппетита. Они тебе не горькие? Нет, бон аппетит. Бон аппетит. Девочки, вы же только что покушали. Что такое? Что случилось? Вы не доели, да, подростковый период? Организм требует не только картошки, да, еще и одуванчиков. Вы тут фотосессию устроили. Фотки выложим обязательно в Инстаграме. Меня тут со всех сторон разрывают. Тот кричит: смотри, мама, туда. Эти сзади кричат: смотрите. Фотка тебя. В Инстаграм обязательно все фоточки выложу. Кто еще не подписан на Инстаграм, переходите. Подписывайтесь по ссылке в описании. Будет она. Там фоточки мы выкладываем свои, которые фоткаем. Так, пошла девчонок там фотографировать. Забрали же куда, а? Вот на какие жертвы идет Тёма, чтобы сфоткала я его, а? Говорит: мама, я хочу там, и все. Что, получится? Давай, пока девочки оттуда сползают. Сползают реально. Тебя там фоткать? Хорошо. Теперь, Тимофей говорит: а как же теперь отсюда слезу? Ой, это ж надо. Давай, давай, Тимофей, ты у меня смекалистый. Молодец. Побежали догонять, нас уже все ушли, пока мы тут с вами фоткаемся. Спускаться сюда намного проще, чем подниматься. Я ползу. Ползу. Можно больше без таких подъемов? Это надо снимать. Я не могу. Забралась, наконец-то. У меня так ноги болят. Тяжело, да, по лестнице? Ты знаешь, да. Мы бежали по лестнице. А они тут соревнования, девчонки, устраивали. А я лазил за забором лестницы. Сейчас еще в одно место заедем. Там лестница тоже такая будет? Нету. Там потом мы вас вспоминать будем тихим добрым словом. Поняли, там нету. Вот так творится история нашего канала, ребят.
параллельно снимаю. Здесь очень красиво. Мы в этом году планируем поехать дальше, чем мы ездили. Вот есть Энхалук, это далековато, прям за Байкальском. А мы еще дальше хотим поехать в этом на году. Север Байкала, если у нас получится в Бурятию туда, прям далеко-далеко, на самое теплое место Байкала. Куда-то нас ребята везут, куда они нас хотят завести-то, а? Очень сегодня классная погода, правда, здесь на Байкале ветрено. Ну, это всегда, даже летом здесь ветрено. Но очень классно с друзьями пообщаться. Так вот, я не договорила, можете в Ютубе набрать семья Жуковых, и вам даст ссылку на их канал. Питомник, класс, байкальские хаски. Сколько собак. Только попросили к собакам не подходить. Такое чувство, что ты попал на пасеку, но вместо... Да-да-да. А что, можно хор устраивать? Собаки поют. Это кормят их-то они все за это. А, это они, видно, зовут. Да-да-да, я смотрю, что их кормят, что-то им дают. Это они голос дают, я хочу, и я. Эй, я здесь, Я вот тут смотрю, говорю, слушай, так на дворняжек похоже, но, говорят, здесь специально породу выводят с длинными ногами, то есть это не сибирские хаски, не те, которые по Сибири, а эти быстрые собаки специально выводят их. Ну вот они отличаются от хаски, в моем представлении, например, эти собаки. Но вот такие здесь. А, усадьба Тюминых. Это одна, говорят, единственная здесь усадьба. Ну, одни единственные люди, которые занимаются хаски. А здесь, говорят, и щекотки собаки, еще откуда-то. В общем, это, ну, немножко другая порода. В плане, вот телефончики, кому надо, в общем, обращайтесь. Зимой они, правда, возят. Здесь летом, говорят, очень влажно. А? Лошадей тут нет. Лошадей пошли спросим, у них есть лошади. Только, наверное, они сейчас сказали, их выгуливать пошли, лошадей. Тут и собак выгуливают каждый день, ну, в упряжке, и лошадей. Лошади сейчас, так поняла, гуляют. Сейчас спросим. О, тут еще и туры на снегоходах есть. Уже Ангара. Все, истоки Ангары, откуда она берет свое начало. Кстати, это одна единственная, насколько я помню, по Байкаловедению, река, которая берет свое начало из Байкала, а не впадает в Байкал. Все остальные реки впадают в Байкал. Мы с детьми в 6 классе Байкаловедения проходили. В 6 или в 5, не помню уже. Помню. Сейчас уже на улице прохладно, мы приехали к ребятам домой, теперь будем дома сейчас чай пить, тортики кушать, сладости, общаться. Иди куртку снимай. Вау, это чьи? А, вот Елизавета, Вячеслав, Надежда. А это кто? Сверху Михаил и Дмитрий. Ого, ну у Димы это, наверное, самый старший и Миша, да? Это старшие дети, это помладше, которые... О, бомба. Это по одному виду спорта или по нескольким? А? По одному виду спорта или по нескольким? Ну, лыжи и биатлон здесь. Лыжи и биатлон, да. То есть занимаются не этим. Класс. Вместе 104 медали. Расставляемся. Какие у нас вкусняшки здесь, а? Красота. Ребят, перед тем, как начать, есть предложение. У нас у Тимошки было день рождения, спеть ему вместе песню. Споем? Да, нет. Нет, ему было 10 лет, вот он, Тимофей этот, мальчик. Поем? Не знаю. Давай. Давайте. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! У кого было день рождения недавно? У кого было день рождения недавно? У Димы было 27 апреля. О, с днем рождения тебя тоже! Где? Дима? Дима, да? Ты? Классно! Слушай, тебе пели? Поем Диме! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Дима! С днем рождения тебя! У него просто было тоже 30-го, поэтому близко. У меня 29 ноября, поем. А у меня через месяц, давайте поем!
Давайте все дни рождения. Днем рождения всех нас, в общем. Побежали, побежали. Какой конкурс? Какой конкурс? Сейчас будем ходить под ним. Так, а что это такое здесь задумали вы, а? Паша, ты что босиком гоняешь? Паша, одевайся быстро! Ты посмотри на него! Паша пропускает у нас конкурс, потому что намочил ноги и теперь сидит в машине. Это называется воспитание реальностью. Чего на ребенка кричать? Чего ребенка ругать? Ну да, говоришь, все. Сыночка, это был твой выбор. Ты выбрал бегать босиком и замочить ноги, а заболеть мы тебе не разрешаем. Поэтому иди садись в машину и сиди. К сожалению, нам очень жаль, но ты пропустишь конкурс. Это естественно, естественная реакция. Да. Потому что если мы сейчас ему разрешим ходить дальше, он может заболеть просто. Носков больше запасных нету. И штанов нету, и обуви нету. И штаны мокрые, и все, короче. Очень жаль, что так получилось, но это был Пашин выбор. Это что такое? Ты посмотрите, вам помогать что-то в чем-то? Можно. А что, вешать, да? Да. А давайте, что вешать? Давайте. Это отстреливать будем? Это будем отрезать. Кто что отрежет? Можно мне тоже поучаствовать? А, так это типа свадебный конкурс. Да, 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 да. А если мы вот так вот отрежем? Ты так не режь. Нет, ну мы крутимся, крутимся. А ты не так режешь, а вот так нужно. Нет, ну сейчас посмотрим вообще, в чем. Вот так отрежем и случайно вот так вот отрежем. Это мы так думаем. Так, а ты все, идешь, все, все, куда все. Ножницы возьми. Держи ножницы. Надя. Рукой все, нащупывай. Все. Там дерево уже. Надя, все. Дерево. А она знает, наверное, она знает, где, так, что вешала. Ну давай, давай, хватай. Давай, иди играйся в песочек. Нет, ты режь, а потом... Сначала надо было отрезать, да. Да! Паша нашел вариант, как выйти. А что обувь не завязана? Это что за безобразие? В очередь становись. Сообразительный. Хорошо, с собой шорты взяли. Только, Паша, если мерзнешь, то на домой. Хорошо. Санька тоже в очередь. Сибиряк. Только сам подарок не трогаешь, только эти трогаешь. Давай, 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 да. Можешь любой выбрать. Там дальше уже нету, можешь туда дальше идти дальше. А, я поняла его хитрость. По весу? По весу, по весу. Он по весу меряет. Он раз, 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 ага, по весу тяжелая, значит шоколадка. Паш, Саша, молодец. Я только посчитала одного это. Это значит, мама открыла секрет всем, как мерить. Довольный? Да. Иди в очередь снова становись. Ну, Анюта? Давай. Тихо, волосы. Ты там не видишь? Нет. Нет, вижу. Ай, Паша! Куда я иду? Куда? Я тебя подведу только. Все, все, иди. Да, 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 вот туда иди, 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 нащупывай так, аккуратненько. А, там две. Нет, одна, одна. Да, вижу. Куда? Опа, смотри, что отрезала. А, я не могу, помоги. О, блокнотик, привет. Привет, мама. Привет, Лето, так и знаю, что ты в блокнотике. Серьезно? Ты как почувствовала? Паша, выбирай любую, выбирай. Вот какую выберешь, такую режь. Только не верхнюю. Вы видели, да? Вы видели? Слушайте, на какие хитрости идут дети? Я с вами тоже такой. Ножницы давай, Паша. Короче, надо ужесточать правила. Надо здесь крутить и пусть идут. Таня, тебе бензопилу давай. Левее, Таня, левее. Сейчас я немножко пройду посередине. Таня тоже все просчитано. Я Паша сам считаю. Нет, я на самом деле не знаю. До какой первой дотронусь, та и моя. А тебя честно везет? Да, и везет. Браслетик! Мам, ты вообще что за ним охотилась? На ногу. Не, не за браслетиком. Адидас, я крутая. У вас тоже ручки едят? Вообще. Исчезают куда-то эти ручки, у нас тоже. Я уже закрыл кабинет, выдаю по ручке, по карандашу. Закрыл кабинет и говорю, буду по выдаче давать. Кассу спрошу, куда. Куда пойдем? Ой, Боре можно. У нас блаз. Давай чупа-чупс ему. А какой будем? Какой? Показывай. Какой будем? Что ты хочешь? Что, выбирай. Это. Вот это. А это тебе не надо, сына.
Не надо его? Да, дай ему чупа-чупс, потому что он все равно его выбросит. Ну, он не ощутит радости. Опа! Смотри, какая у тебя конфетка! Давай папа тебе откроет. Давай, папа. Паша, ты куда где-то пошел? В забор. Я первый, которого дотронулся. Я уже знаю. Конкурс закончен, дети в восторге. Молодцы, молодцы. Рада за вас. Чупа-чупс, шоколадка и шайка. Хорошо. Что, будем домой собираться, да? Тетя Алене спасибо за конкурс сказали. Спасибо. Да, надо домой собираться. Счастливо. Пока-пока. Алена снимает. Пока! Все. На этом видео будем заканчивать, ребят. Пока-пока. Еще расскажу. Скорее всего, это будет вторая часть видео, которую вы смотрите. Ссылочку на канал Алены и Саши оставим в описании видео. Переходите, смотрите их, поддержите семью. У них строительство, у них большие дверь планы. Закрой. Поэтому сейчас закрою все. Стучит. Да. Ну все, да? Пока-пока. Да. До новых видео.